Привет, мои дорогие! Слава Богу, что вы смотрите это видео. Слава Богу, что вы присоединились к команде в проекте Петичам. Огромная вам благодарность за то, что вы комментируете, ставите лайки, репосты под моим видео. Мне это очень-очень приятно. Это для меня как жизненная энергия, и чем больше я получаю обратной связи от вас, тем больше мне хочется для вас творить, что-то делать вас более счастливым, чтобы вас тоже перло, как и меня. Праздники закончились, уже хочется скоро поехать уже в летний отдых, но для этого нам, конечно, нужно немного заработать денег, да? Пишите в комментариях вообще под этим видео, сколько вы уже заработали, какая у вас команда. Будет очень интересно почитать, и я буду видеть, кому какая нужна помощь. Хочу с вами поделиться своим секретом, который я использую, который дает у меня больше всего результатов. Вообще, понаблюдайте за тем, к примеру, откуда у вас приходят люди. Так называемый канал продаж. Понимаете, много может быть каналов продаж, вы можете рекламироваться на Фейсбуке, на ВКонтакте, еще где-нибудь, совершать холодные, горячие, теплые звонки, но, как показывает практика, люди будут приходить с одного определенного канала, где вы угадали просто настроение людей, где вы угадали потребность людей. Ну, например, ко мне приходят люди с трех каналов, но больше всего с Ютуба. И поэтому я хочу с вами поделиться работающим инструментом, потому что спрашиваете, что делать дальше, говорю вам, что делать дальше. Берете телефон, выходите на улицу с хорошим настроением, заряженное, и проговариваете просто о том, что вы присоединились в компанию BTChamp, о ее преимуществах, о том, что это самый маленький в мире вход, что здесь нету никакого риска, что здесь все денежные переводы исключительно от участника к участнику, минуя разных посредников, на которых обычно компании и скамятся, да? Ну и, в общем, говорите о эмоциях, которые у вас пробуждает то, чем вы занимаетесь. Людям это интересно, люди, как ни странно, могут видеть цифры, могут много чего видеть, но фокусируют свое внимание в основном на ваши эмоции, на ваше состояние. Это самое главное, ваше внутреннее состояние, внутреннее спокойствие, радость, восторг, такое жизнелюбие. Если люди это прочувствуют у вас, они будут готовы идти с вами просто для того, чтобы заряжаться у вас, как батареечка. Вот. Но для этого надо, конечно, постараться. Возьмите свой телефон, выйдите на улицу. Весна! Киев — это самый классный город вот из всех весенних городов. Здесь неимоверное количество сирени. Каштаны — это просто чудеса разного цвета. Розовые, белые, сиреневые. Это чудеса, это восторг. Это настолько заряжает, просто неимоверно. Приезжайте в парк Горького, да? Горького, по-моему. Здесь просто гармония, здесь просто... Я сидел на лавочке, слушал Моцарта и плакал. Потому что меня так перло, просто невероятно. Это, фух, друзья. Но перло еще и потому, что когда я утром открываю свой блокчейн-кошелек и вижу там новые цифры, некоторые стоят на пендинге, некоторые уже я могу потратить, это тоже очень восторгает, и я понимаю, что я в нужное время попал в нужное место. Поэтому все, кто хочет результатов, начинайте, доставайте свои, выносите с собой телефоны стоимостью в $1000, и кроме звонков и селфи вы ничего по ним не совершаете. Заставьте свой телефон, заставьте свой гаджет, заставьте себя зарабатывать. А можно сказать, не заставьте, а откройтесь просто, откройтесь миру. И мир откроется вам. Это самый главный закон успеха, закон притяжения денег. Все остальное – это ерунда, пока вы не начнете просто действовать. Конечно, если вам это не нравится, если вы чувствуете себя каким-то не фотогигиеничным, да посмотрите на меня.
У меня нос кривой, но не сломанный, как говорят люди. Просто упал в детстве с дерева и так и не починил. Зубы у меня желтые, неровные тоже. Уши у меня одно больше, одно меньше. Волосы у меня седые. А? И это ничего не значит, друзья. Это ничего не значит. Наоборот, люди, которые очень с красивой внешностью, они концентрируют свое... все внимание на свою внешность. Соответственно, больше времени у всех одинаково, 24 часа в суток. И, соответственно, результаты у них есть, но они заключаются в их красоте. А мы с вами хотим заработать просто денег, чтобы просто быть свободные, чтобы летом поехать с детьми отдохнуть, чтобы зимой поехать, например, в Таиланд и отдохнуть, да? Почему нет? Мир большой, а вы сидите в своей конуре. Вылазьте из конуры, быстрее берите свой гаджет, начните. Попробуйте просто, я вас уверяю, что сначала вам не понравится. Но так всегда происходит. Ребенок, когда начинает ходить, он первый раз сразу падает, бьется головой, ему больно. Но что-то в душе его тянет. Он знает, он смотрит вокруг, что люди ходят, люди ездят за границу, отдыхают, люди ездят на шопинги какие-то во Францию, в Италию. Это можно. И человек подсознательно все равно тянется, тянется и тянется. А у нас есть инструмент для этого. Есть этот инструмент, он показал свою эффективность, он показал то, что он работает, он не может соскамиться. Все отлично, друзья, вы в нужном месте. Те, кто еще не понимают, о чем я веду речь, и кто живет в Киеве, у вас есть уникальнейшая возможность узнать намного больше, чем те, кто смотрит видео, и прийти 21 мая, проспект Победы 84, Нивки Холл. Предварительно напишите мне, что вы хотите попасть. Я вам гарантирую, что ту информацию, которую вы услышите, она изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Ну, по крайней мере, вы хорошо проведете время, пообщаетесь с людьми, которые зарабатывают очень большие деньги и в интернете, и на земле. Да, и более того, вы узнаете, что такое нашумевший биткоин, который растет каждый день не по дням, а по часам. Поэтому под этим видео в комментариях пишите о том, что вы хотите прийти. К сожалению или к счастью, мероприятие не бесплатное. То есть халявы здесь нету. Это не пирамиды, где людей зазывают, там, лишь бы пришли, чтобы потом забрать у вас деньги и соскамиться. Это честный, долгий бизнес, который уже 2 года или 3 года существует на рынке. Поэтому билеты стоят 50 гривен до среды и 80 гривен уже со среды до воскресенья. Прямо под этим видео пишите в комментариях, что вы хотите прийти, оставляйте свои контакты, мы с вами созвонимся. Вот, а вам хочу всем пожелать я продуктивной недели. Хочу пожелать вам новых партнеров, веселых, интересных, активных, спортивных. Занимайтесь спортом, выходите на улицу, гуляйте. Весна пришла, и те, кто будут сеять весной, получат осенью хороший урожай. Зарабатывайте много!